по-настоящему любуемся. Утренний вечер, летний зной.
не Саша, Эрисо. Какой подпеть, какой песок. Вот кто-то в профиле я вас. А я смотрю, смотрю на вас. И как это они жалко, но меняемся парами. Смейте, я не могу. Теперь вы одна дружная семья. Мы все вместе. Да. Ну, хотите вместе всем? Смотрящая вам столько долгих лет. Мне все-таки, мне кажется, по два человека удобнее. Ах, это не сажа, учитель наш. Вы не одна, какой пассаж. Но вы вдвоем, вы не со мною. Вам надо так. Так попасть, да? Да? Куда? Да. Да. А теперь сходи по парам. Надо идти по парам. Саша, вернись, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной, а вот венец я весной. Ах, вернись, Саша, вернись, какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле я вас, а я смотрю, смотрю на вас. А желающих... Это мой, это брат.
Нет, племянник. Русланчик. Это мы это звонили, да, не парады приезжали, так он получается, Таня не парадил, он брат. Здравствуйте, детки, какой красавец. Если бы у меня была еще одна пьяная, я за всех отвечаю, хотя сама одна пьяна. Боже мой, я два, если скучно, я не тоже такие шпильки выпила. Да, репертуар уже не нашел. А есть из кого-то? Нет, конечно. Сейчас я приезжал. Я бы сказал, но я одним словом, что вы понимаете? Извините. Это ж Вова любит Машу, Маша любит Дашу. Да, вы еще не слышали сердючки. Знаешь, я как-то с папой поспорил. Давай я сделаю дискотеку, все будут танцевать. Я поставил то, что мне нравится. Ага. Папа ставит то, что нравится, хоть чуть-чуть нравится всем. Я поставил то, что мне нравится. Он поставил Битлз, поставил Пинк Флойд, там же то, что мне нравится. Это же не танцевальное, народ не привык к этому танцевать. Я вообще терпеть не могу. Я его терпеть не могу. Я его никогда... Реки такие классные, такие кровати, вот это которые где же. Как можно их разбавить? Нужно только прыгнуть. Лягушка такая, у девочек лягушка была, ну это не для связи. И, короче, сделали дырку туда бутылку, вот под пластом. Ну так только слизь. Такую лягушку, вот ну, игрушечная лягушка такая. Они сделали дырку, вот высунули туда бутылку, как стали. Знаешь, все сказано, все просто сказано. Помнишь, ты мне сказки обещал? Твоей любви.
space. There it is, my place. Well, that's when it's the race. No, I gave up. Today is not my day. But I'm gonna take a deep breath and say, сегодня в этот день прекрасный пришли родные и друзья, чтобы пожелать вам много счастья, любви, успехов и добра. Пусть эти чувства будут с вами на протяжении многих лет. Ваш дух пусть будет полной чаши и дарит вам покой и свет. Пусть верность, нежность и забота оберегают вас всегда. О чем мечтаете, свершится. Жить будет радость и волна. Поздравляем вас! Желаю вам счастья, здоровья, любви, детей побольше и денег. Мы хором сказали это все, да. Поздравляем маму! И Руслану! Так, ну хоть по слову скажите, Саша. Ну, я понимаю, что вы присоединяетесь. Конечно, по слову. Да, слово. Ну что, любви, счастья. Да. Микрофон, микрофон. Ладно, микрофон тут. И горько. Можно и сладко. Ну лучше горько. Нет, нет, горько. Горько! Начнем с себя. Хочу поздравить вас с началом новой семьи, нового рода. Рожаете детей, укрепляете Украину. Да. И хотим вам, мы немножко опоздали с подарком, хотим вам преподнести небольшой подарок, что укрепит ваш семейный стол. Да. Это, ну тут нарисовано, в принципе, что это. Как называется? Да ладно, покажи. Столовые приборы. Столовые приборы. Что надо? Аллочка, давай. Любви, счастья вам и больших творческих успехов. Вы творческие люди. И да, я желаю вам, чтобы вы добились очень большого, большого в жизни. Да очень много детей добиться. Вот видишь, на. Разобрал. Разобрал уже сразу, да. Ну, Русланочка, я очень рада, что вы нашли друг друга, что так получилось, за счастливую звезду мы сегодня уже пили. Другой встречи, чем в том учреждении, где вы нашли друг друга, в принципе, не могло и быть. Потому что столько там, встречаясь действительно, как сказала Алла, творческие люди, которые рождены под счастливой звездой. Вы действительно красивая пара, которая просто искрится счастьем. Вот есть такие пары семейные, от которых просто вот исходит какое-то тепло. Рядом с ними стоишь, и идет тепло. Поэтому, Саночка, Ромочка, излучайте тепло. Дарите его людям. Будьте счастливы, будьте терпимы друг к другу. Уважайте, и пускай это уважение будет рядом с вами всю жизнь, вместе с таким чувством, как любовь. Пускай они будут рядом. Я желаю вам обязательно чистого неба над головой, чтобы не было тучи. А если будут тучи, то пускай из них идет дождик, который немножечко охлаждает тот накал,
Вот у каких-то негативных таких вот эмоций, которые иногда бывали, восходит солнышко, тучки рассеиваются, солнышко озаряет тепло. И опять-таки это тепло вы дарите людям. Поэтому счастья вам, любви и, конечно же, крепкого здоровья. Ну и здоровых, крепких детей давайте нам уже. Уже дедушка и бабушка уже заждались просто, да? Вашей свадьбы светлый день. Хочется сказать о многом. В вашей жизни каждый день будет легкая дорога, будет верная любовь и во всех делах везенье. В трудных спорах никогда не откажет вам терпенье. Полной чашей будет дом, счастье будет нежным, добрым. Всем уютно будет в нем. Все придет с этим днем. Я хочу, чтобы вы этот день запомнили навсегда, запомнили всех этих гостей, которые пришли вас поздравить. И все с теплом относятся к вам. И чтобы не только вы излучали тепло, но и вам. Все ваши гости в дом приносили только тепло. Горько! Держи. В своей семье, своих родителей и брата хочу вас поздравить. И хочу пожелать вам семейного счастья, благополучия, также взаимной любви и уважение на всю жизнь, чтобы вы очень любили друг друга и чтобы трепетно относились друг к другу всегда. Вот. И мы решили подарить микроволновую печь, которую купите в Киеве, чтобы сразу написанная украинка Павла с моим мужем кушечками, отличными вкусностями. Вот. Горько! Горько! Зараз скажу, зачекайте. Ромочка і Русланочка, я вас вітаю з вашим бракосочетанням. Я по-русско-українськи, виходить, мене. Ну нічого, ви мене зрозуміли. Бажаю вам во всьому успіху, поменше сльоз, побольше сміху, здорову життя подлинней і много радості на ній. Неумолимые года остановить не в нашей власти. Так пусть же в жизни будет так. Чем больше лет, тем больше счастья, любви, долголетия и много-много вам детей. У нас в Киеве на каждом столбе реклама. Кохаймося, бо нас 52 тысячи. А это вам миллионов, а это вам постель. Кохайтеся. У нас 52 тысячи. Там все есть. Дай кухарься. Пан называется. И я хочу зачитать его привітання. До счастья стежина стелилась, и двое зустрілися на ней. Вона им сердца поєднала, даруючи радість надій. Їм в парі судилося стати на вишитий щастям рушник. Так хай же кохання і радість, вони, і вірність, вірніш, вони збережуть на весь вік. А можна подивитися? Будь ласка. А жінка наливає вина. Да, чоловік зробив бутилку, а жінка 36 років наливає сюди вино. Вилітий я. На заводі шампанських вин наливає вино. Наливає сюди вино. Давайте, ребята, за вас. Я вас люблю і все моє. Ми вас приїжджайте. Подожди, так вот они там на заводі жить. За любов, за любов, за любов, за любов, за любов. Кокур. С Херсонского завода это. Женя! Я дала на чужих молодців. А тобі, Ромочка, мішок перепелиць, щоб не поглядав на чужих молодиць. А обом вам
мішок гречки, щоб не було серед вас суперечки. А ще вам серебро на добро, мідяки, щоб не були бідняки, а бумажні гроші, щоб були ви люди хороші. І побільше бумажних грошей, щоб ви були тільки хороші, і щоб було у вас добро все. Читаєте? Ну і трошки я вам ще скажу. На окошке два цвіточка, голубой да аленький. Живіть дружно, діти наші самые маленькі. Спасибо. Ну, Горько. 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 Ні, ну що ж так можна сидіти? Горько! 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 Леша, что ты делаешь? Кавочек открывается, молодого. Решил кавочека попить. Это люди, это, во-первых, это крестные, скажем так, Русланы. Названные отец, да. Это люди, с которыми мы выросли. Опять-таки, кто в другом пионерском лагере. Ну, на лагерные дети. Да. Поэтому дядя Гриша. Можно и папа Гриша. Вам счастье. Главное в семейной жизни – это дружба, уважение и счастье. Вот вам всего самого лучшего я вам желаю. Всегда уважать и дружить. И именно там вот это самое, какие-то волны делать, а именно уважать. Я вам сразу пришли сюда и сказал, мы тоже поженились в пионерском лагере. Тоже познакомились. И вот 37 лет в этом году мы живем в дружбе и согласии. Да. Так что вам того же счастья, любви. И чтоб ваши дети. И чтоб ваши дети находились у... в пионерском лагере. В пионерском лагере. В пионерском лагере на это самое. На Арбатке? Нет. На Воронежской. У Петр Петрович. Всего вам доброго. Спасибо. Счастья вам. Горько! 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 Кричи, кричи, Лёха, завтра я голос сорву на тебе. Законно. И по-украински кажу. Бажаю вам здоров'я міцного, хліба запашного, від сонця тепла, від людей добра. І щоб ви не знали ні горя і ні втоми. Будьте щасливі на всю одну життя. І проживіть так, як дядько вас прошив. 51 років. Разом. Будьте здорові. Бажаю вам щирого серця, здоров'я, всього найкращого. Будьте здорові. Саме живіть друг друга. Поважайте друг друга. І якщо у вас там десь що-небудь, перетерпіть, витерпіть, но бажайте друг другу себе як родину. Будьте здорові. Дорогі мої діточки, Руслана і Ромочка, будьте щасливі, будьте здорові, цініть друга, уступайте друг другу. Живите так, чтобы вам всегда было как первый день.
я вам желаю всего самого лучшего, чтобы вы везде побывали. Во всех странах. Всегда знали, что вас ждет Украина, что вернулись сюда. Вам желаю огромного успеха, радости встречи с друзьями, радости от детей, от будущих, от общения, от друзей. Счастья вам и здоровья. Горько! Мерседес! Что, украли невесту? Да! Мерседес! Путевки на Гавайи две. Две взрослые и три детских. Все. Они вооружены. Мы тоже вооружены. Мы уже заказали. Что? Камни убрали. Все путевки на Ялту. Не-не, какая Ялта? Женская логика подсказывает. Ты справа, ты слева, я по центру, по флангу. Представляешь? Окружаем, забираем. Он слева, он справа, а ты по центру. Что будем тратить? Потому что там все, пошли туда. Пойдем. Пойдем. Свидетели жених был отобеденен. Свидетели и жених, все правильно. А сюда управшая сторона, ну кто-нибудь. А, вот давай сюда. Кто из вас? Да. Так, сюда. Все, все, все. Нет, ты украл. Не, я украл. Так вот иди сюда, будем тебе разбираться. Сюда. Так ты сейчас у меня украдешь. Да упаси Боже. Нет, Вита будет держать. Да. А вот теперь, честно глядя им в глаза, скажи, чего ты хочешь? Я уже в камеру сказал. Камеру преодолел. Две путевки на Гавайи, две взрослых и три детских. Сейчас нарисуем. Все. У нас карандаш. А там билет. Гавайи. Хватит. Точно? Нет. Путевка. Так что? Путевка на Гавайи. А детские? Это вы выпьете. Выпьете и будете как на Гавайи. Не-не, а детские? А сюда и детей возьмете. Не-не-не-не, это детские. Давай, чтобы дружок пришли. Женя, давайте большую, чтобы уже не это, не бегать два раза. Большая, любую, давай. У меня огромная. Детки, у нас нету, но мы и конфеты детские. Да у меня нету этого плату. Все есть. Каждому по коробке. О, вот это пойдет. Меняюсь. Так, давайте, пока. Пока несут коробку. Пока несут коробку. Отошли, отошли. Сделали большой круг. Дети, отошли. Отошли, дети. Сделали большой-большой круг. Отошли. Еще, Леша, убирай стул. Убирай стул. Отошли еще. Еще, будем. Отодвигайте стул туда. Отодвигайте. Ансамбль балета Большого театра с маленьким фрагментом балета «Лебединое озеро». Они очень рады нам его сегодня. Пока, Лена, раздевайся, здесь же делают мальчики. Что делают мальчики? Ну что ж, мы встречаем их бурными аплодисментами. Ребята, ребята, докажите, что вы танцоры. Лена, я не знаю, что ты будешь делать. Это решать они. Поехали! Поехали! Полетели, полетели!
давай, поехали. Взяли за руки, взяли, взяли. Алина скучает. Умирает, умирает лебедь, умирает, умирает лебедь, умирает. Уже нагрелась просто. Нет, то нагрелась, то мы... Это дети. Я дети. А вот дети. Никита, ты же джентльмен. Все, Никита. Ну и пошли. И медленный танец для ног. Саме слово. Подарок вірує, не вибивайся. А що ти можеш сказати? Петрович. Ти Петрович, я Петрович, а він Іван Іванович. О, так а де ж нам взяти отого Івана, щоб він сказав? А де ж справедливість? Надо.
кто ж так делает, по-моему, все. Разошлись в результате, раз так. Ну, такое пишут. Ну, какая жизнь будет? Какое, скажите, пожалуйста, взаимопонимание и прочее? У нас лично такого никогда не было. Принес, я положил, и никогда я не спрашивал, куда положил. У нас хозяйка. Ты извини, пожалуйста, сейчас на рынок пойти с 50 рублями, нечего делать. Вот. А ты будешь спрашивать, куда ты делала. Да куда я делать? Я пьяной была, скажу у тебя, да? Я прогуляла, я что сделала что-нибудь? Вот, поэтому вот, видите, вот так совместно находить вот это все. А вот. Скажи, дядя, дядя, помахай, дядя ручкой, помахай. Вот так, скажи, вот так. Ой, Галасю, ой. Руки вживуть? А ну, кази, а не дивися. Ой, так, тата, берись за машинку, відкривай, кажи, ой, Галося, масина моя, ой, Галося, масина. І ти сюди хочеш? Ну, все. Каже, дякуємо, дякуємо, дяді, так? Дякую. Закрито. Іде, іде до тата, іде діда, іде. Діді. А помаши ручками, смотри, давай, да, снимай. Слово бороди ямка, дедушка, помаши ямочка бороди. Да? У вас, да? Да, вышло. У вас выделяется ямка, я скажу на деда Петя. А я не знаю, вот. Да. Вот танцуй, нам музыка играет, давай танцуй. А дома ля-ля пограем, да? До папа. Не трогай. Бери з тата. Не бери, папа. А це ж я тато його. А це мій тато. Тато. А мій дід. Мої галочі. Бачиш, зразу. Поняв, да? Поняв. Це дідушка, це твій дід. Молодець. Ой, Боже, мій. Ну, іди до. Пока. Іди до. Тато, да? Ми за Ющенка. 70 років чекаємо. Чекайте. Так.
Пролітіку кричайте, поліхала Ющенко, і в мене була вдача. Люди! Все, да, дивіться, Катя? Отак, отак. Бачите, дуча мене все високо розуміє. Скажи що-небудь, а ну заспівайте, заспівайте. Діла кіто, ще не мене. Давай, голосніше, співай. А що ти? А, давай, ну не говори. А на кожну не буде спокійно. Ми гарні, і наші внуки гарні, правда? У Київ можете теж заїжджати. Так, що случилось? Що случилось? Нічого, нічого. Все нормально, все нормально. Ні, то треба ждати координати. Слабо держав. Это что за гутар? Ваш коллектив, да? Я тогда я мотор торможу,
были такими же жизнерадостными. И пронесли это через жизнерадость, а через всю жизнь. Пусть какие-то тягости семейные, они просто растворяются в вашем счастье, тепле и добре в семейном. Дарите щедро детей, и пусть они пугаются вашей любви. И пусть прославляют нашу Украину своими талантами счастья, любви вам. Я вас просто обожаю. Давайте. Спасибо большое. Горько, лить. А ты горько, лить горько. Соединяешься. Хорошо. Ася, что-то ты ленишься. Та сторона не ленится. Димочка, я вас хочу поздравить в этот день. Пожелать, чтобы каждый в этот день был как первый, и чтобы ваши отношения никогда не теряли своей новизны. За вас. Счастья вам, любви, удачи. Всего самого-самого. Спасибо, Серега. Горько, Рудик, говорят, жизнь прожить – это не поле перейти. Но а вдвоем жизнь прожить – это вот колоссальный, наверное, духовный труд. И я вам хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда было взаимопонимание, дружба, любовь, конечно, и вот самое главное – это уважение. Вот счастья вам. И у нас есть две представительницы начальства. Микрофончики, открыточку, ну я тебе открыточку сразу дарю. А без открыточки тебе говорю, океан любви, море счастья и фонтан удачи. Чтобы он всегда бил, никогда не прекращался и, конечно, горько. Чтобы горько только в этот день, а сладко всегда. Давайте. Сладко каждый день, до конца вашей жизни. Новые родственники. Да, родители Виты. Сваты, сваты, да? Сваты. Руслана, Рома. Леша, клянись. Сваты, предоставляем слово. Рома и Руслана, поздравляем вас с таким торжественным, знаменательным днем вашей жизни. Желаем вам, мы вам нажелали тут всего очень много. Главное, любви, взаимопонимания. И не забывайте своих родителей, потому что они вам нужны были не для того, чтобы они сделали вам такой красивый праздник в вашей жизни, а нужны они вам будут еще долго-долго. Поэтому будьте терпеливы, если когда-то где-то что-то они вам не то сказали. Помните, что это ваши родители. И хочу я вам прочитать еще слова. Пепочки, очки родили сейчас. Судьба вам встречу подарила, так сохраните на года любовь и преданность друг другу, и будьте им верны всегда. Будьте самой счастливой парой, ни на миг не прощаясь мечтой, точно так же с любовным пожаром отгулять юбилей золотой. Горько. Горько. Ромочка и Руслан, мы вас поздравляем с вашим днем бракосочетания. Как в старину говорили, совет вам да любовь. И? Я читаю. Да. Пожелайте. Сегодня день особенный для вас. Вы две судьбы в одну соединили. Мы от души вам скажем в добрый час и пожелаем, чтоб семью хранили. Пусть будет каждый день теплом согрет, взаимной верности и искренней любовью. Желаем, чтобы много долгих лет по жизни вместе вы вдвоем прошли. Еще. Громче. Богатый. Еще. Так, дополняй, Никита, дополняй. Машина была. Машина, что была. Дополняй, Никита, смотри на Рому и Руслану. Большой дом. Большой дом. Никита, а что ты желаешь? Большие деньги. Какими мыслят дети? Да, категориями. Лимузин. Вот так вот. Вот так. Так, Васенечка, давай. Давай. Чтобы у вас была машина, джип. Джип. Ну, давайте определимся. Либо лимузин уже, либо джип. И все, и лимузин, и джип. Нет, лимузин у мужа. А джип у жены? Нет, наоборот. Так, Васенечка, что еще? Я...
Щоб у вас були діти. Да. Много. Щоб були ще братики. И брат, так, Саша, дети разберутся сами. Ну и дружно, мы что кричим на свадьбе? 3-4. Горько! 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 Упадет реки и моря, да. Thank you.
свадебный торт. И теперь дружно отрезаем розочку. Отрезали розочку. Нет, принцесса, чисто тарелку не дарим. А вот еще кусочек. А вот есть. Васюня, все, Васюня. И будь ласка, походите его на тарелочку сюда. И вот всех людей интересует, когда же начинается медовый месяц. А теперь приготовили указательный палец. Залезли в бисквитный крем и застыли. Накопали крема и накормили друг друга. И, наверное, вот с этого момента начинается медовый месяц. И вот так начался медовый месяц. И дай бог, чтобы он продолжался у вас всю жизнь. Thank you.
Thank you.